Дариус, добрый вечер. Давно не были в Ледовом. Как вам ощущения от возвращения сюда? Ну, очень приятно, что народ ходит на игры, такое хорошее настроение у болельщиков. Много поменялось, я 3 года почти не был здесь, так что очень СКА-бренд развит сейчас сильно, так что я думаю, идут на хорошие, как говорится, только осталось выиграть лигу. Следили вообще за СКА в этом сезоне, что скажете о команде? Ну, я так немножко смотрю по интернету иногда, как они играют, потому что я живу в Америке, тяжело, разница во времени. Ну, я думаю, команда хорошая, я посмотрел сейчас, как играет. Очень много таланта, так что все есть, что выиграть кубок. Можете ли отметить кого-то из игроков и сделать прогноз на сезон? Ну, это тяжело как-то сейчас отметить, но мне понравился Панарин. Панарин неплохой, потом, конечно, Люха Ковальчук. Я думаю, что во время плей-офф он добавит посильнее. Я думаю, команда очень хорошая. Ежов, я помню, когда он еще играл в команде СКА 1946, или не, ВМФ, и, я думаю, тоже хороший вратарь. Так что приятно видеть ребят, которые были еще молодые, когда я играл, а сейчас уже играют в основе. Расскажите болельщикам, чем вы сейчас занимаетесь, связана ли ваша жизнь с хоккеем, если да, то каким образом? Ну, моя жизнь с хоккеем связана все время, потому что я всегда играю до сих пор так для себя, хоккей в Майами, а так я занимаюсь, я воспитываю своих детей и просто пока ничего не, больше этого ничего не делаю. Еще у нас есть компания своей одежды в Швеции, называется Livly, которую я помогаю жене развивать, а остальное больше времени провожу с детьми. Как вы узнали о завтрашнем матче, кто вас пригласил и вообще что скажете от завтрашней игры? Ну, Леша Яшин, я с ним виделся в Нью-Йорке, он сказал, что у него будет прощальный матч. И говорит, приезжай, мы тебя тоже проводим. Так что я с удовольствием согласился приехать сюда и увидеть своих друзей, с которыми раньше играл, и увидеть так питерский народ. Это будет действительно встреча друзей или все-таки настоящий матч? Ну, я не думаю, что будет настоящий матч. Это такие матчи, когда проводишь кого-то, я думаю, нельзя там не толкаться. Я не знаю, зачем меня пригласили, если толкаться нельзя. Но все-таки, я думаю, это более так шоу.